Огонь и дым – главные атрибуты праздника Лас Луминариос в испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес. Через огромный костер смело прыгают лошади с наездниками. Древний обряд очищения уходит корнями в кельтскую культуру. Для меня это лучший день в году. Не могу этого объяснить. Мы начинаем с утра и заканчиваем ранним утром на следующий день. Это феноменальный праздник. Лас Луминариос проводят накануне Дня Святого Антония. В Испании его считают покровителем животных. Испанцы верят, что обряд очищения огнем и дымом сохранит здоровье лошади на весь год, а также отведет от нее другие беды. Это не описать словами, невозможно объяснить. Это острое ощущение и выброс адреналина. Хвосты и гривы лошадей подстригают или заплетают, чтобы не загорелись. Утром мы помыли лошадей, расчесали их и подготовили к обряду. И пусть все будет хорошо до следующего года. В этот раз через костер прыгнули 100 лошадей. После праздника животных обычно осматривают ветеринары. Пострадавших, как правило, не бывает.